Подманить селезня духовым манком – задача не из легких. Здесь нужен особый навык, чтобы и звук разной тональности был, и по громкости призыв отличался. Тогда и от дичи отбоя не будет. Правда, сегодня на зов пришли совсем не те, кого охотники ждали. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Служба охотнадзора. Росгвардейцы, сотрудники Минприродопользования и линейного отдела полиции на свою охоту вышли также с начала сезона, чтобы проконтролировать соблюдение законодательства. Правила транспортировки оружия, наличие охотничьего билета и путевки – эти мужчины в форме проверяют все. На охотугодьях безопасность превыше всего. Разрешение, все у вас, все в порядке, ни пуха вам и ни пера. Следующие цели для меткого слова – другие охотники. По последнему снегу Андрей вместе с коллегой пробирается к новой землянке. При нахождении в охотугодьях охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, с которым он находится, путевку и разрешение на добычу объектов животных. Нарушения уже есть, почти 3 в день, если судить по статистике. За 10 дней охоты привлечены к ответу 26 человек. Больше всего по самой общей статье. Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Перевозка и хранение оружия – 5. Штраф может варьироваться, притом серьезно. От простой 1000 рублей до конфискации оружия. Однако для тех, кто простые правила охоты соблюдает, удовольствие это никогда преступлением не обернется.